Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забывайте подписываться на наш канал, делиться нашими видео и получать уведомления о новых видео. На моем канале вы можете найти все, что вам интересно об известных турках. Желание Серкана Чиоглу иметь ребенка, неодобрение ребенка Озги Гюрель из-за его напряженного графика работы заставили некоторых говорить о кризисе в их браке. У Озги Гюрель и Серкана Чиоглу, как и у многих пар, был короткий период. Твое время. Счастье. Все было хорошо. У них был комфортный брак, и оба могли вести свой собственный бизнес. Однако сейчас в его двойном браке наступил кризис. Причина в том, что Серкан Чиоглу хочет мальчика. Серкан Чиоглу хотел детей с самого начала брака. Однако Озги Гюрель не может поладить с ребенком из-за его напряженного рабочего графика. Гюрель, который хочет сохранить свою карьеру во главе угла, похоже, еще не готов завести ребенка. Это было, пожалуй, самой большой проблемой пары. Серкан Чиоглу говорит, что для него очень важно желание иметь ребенка. Озги Гюрель, с другой стороны, заявляет, что еще не время заводить ребенка, и хотя она человек, который не хочет детей, она хочет, чтобы в отношениях все шло хорошо. Это была большая тема, о которой им двоим нужно было открыто поговорить. Серкан Чиоглу заявил, что для него важно желание иметь ребенка. Озги Гюрель, с другой стороны, заявила, что время еще не пришло для ребенка и что, хотя она человек, который не хочет детей, она хочет, чтобы в отношениях все шло хорошо. Этот вопрос вызвал много споров между парой. Она заявила, что Озги Гюрель еще не полностью готова иметь ребенка с точки зрения ее карьеры и что она не должна хотеть детей в этот период. Серкан Чиоглу, с другой стороны, сказал, что для него очень важно хотеть ребенка. Эта любовь между Озги Гюрель и Серканом Чиоглу вызвала большой кризис между парой. Чтобы найти решение между парой, обоим необходимо открыто поговорить и поделиться своими идеями. Однако следует подчеркнуть, что в этом процессе важно понимание обеих сторон. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.